Категория до 89 килограммов. Филимонов Михаил. Лазарев Алексей. Евдокимов Андрей. Карлышев Максим. Горелый Анатолий. Участники представлены. Разбор дается 10 минут. Андрюх, давай гриб. Да, сделал уже. Делал? Это что? Я вам перед каждым соревнованием обязательно. На штаб приглашается Филимонов Михаил. 60-й. Вес защита. Thank you.
пяточек. Живее. Ноги. Живее. Опустись. Держи! Ноги! Опустить. Ровненько. Держи! Справляется с весом. Ровно снимай. Выше уже.
страшного контроля вывести участника для награждения. Начинаем награждение участников пятого потока наших соревнований. Весовая категория 89 кг. Третье место. Михаил Филимонов, город Жигулёв. Второе место. Также спортсмен выполнил норматив первого разряда. Оба участника тренируются под руководством Рущина и Ирины Николаевны. И чемпионом в этой весовой категории с выполнением норматива кандидата в мастера спорта награждается Евдокимов Андрей. Весовой категории 96 кг. Единственным участником и чемпионом этой весовой категории становится Максим Калышев. Объявляю закрытым на флаг Российской Федерации.
спортивного комплекса «Атлант» и «Дорога».